Всем привет, народ! Вы на канале Мегабабки. Сегодня поговорим о новом проекте, стартанул совсем недавно, вчера стартанул этот фаст проект. Называется он Enigma.com или Masom, кто как прочитает. Выглядит проект доброкачественно. У меня даже с моим сегодня глючащим интернетом проект грузится нормально. Минимальный вклад тут 100 рублей, максимальный без ограничений. Ну и тарифный план тут разные. Есть тарифный план Basic. 100 рублей минималка, 8% через 24 часа. То есть плюс 8%. То есть вы получите завтра, когда вы, например, сегодня зашли, на следующий день вы получаете плюс 8% и тело депозита. Есть второй тарифный план. Это на 25 тысяч рублей. Тоже ограничений нету. Возврат депозита. И тоже плюс 60% через 24 часа. Также есть супер тарифный план. Конечно, блин, такие проценты жесткие. Это 65 тысяч рублей. Без ограничений, если вы хотите на этот тарифный план зайти. Да, 65 тысяч это минималка. 110 плюс возврат депозита тоже через 24 часа. Есть тут тарифные планы чуть поменьше, на дольше срок. Сейчас они подгрузят. А вот они находятся. Короче, 20 тысяч минимальный, это первый. 200, плюс 200% к возврату депозита. Плюс возврат депозита. То есть 300% вы получаете за 5 дней. Также есть 10 тысяч, 375% плюс возврат депозита. И тут вы уже через 15 дней получаете. И 5000 рублей без ограничений плюс 600% через 30 дней. Я буду заходить, конечно, на самый маленький тариф, потому что я захожу всегда сначала не на большие суммы. Потому, в принципе, я буду заходить на 200-300 рублей. Так, давайте зайдем. Тут регистрация, тут обычная, все как всегда, там логин, пароль. Подтверждаете пароль и вводите капчу. Все, и вы зарегистрированы. Я уже зарегистрировался, заходим в кабинет. Чтобы пополнить, нам нужно пополнить баланс. Заходим в пополнить баланс. Есть всплывающее окно, то есть есть техподдержка, вы можете к ним обратиться. Пополнить можно с Киви, Яндекса и Пайера. Выводите можно то же самое на Киви, Яндекс и Пайер. Ну, я буду пополнять с Пайера, мне на Пайер это удобнее, потому я всегда с Пайером работаю, и Пайер на всех платежных системах есть. Напоминаю, ребят, о рисках. Риски всегда есть. Это, понятно, что это фаст, это игра на деньги, это если вы боитесь потерять, то не влаживайте. Если же вы хотите заработать, есть возможность заработать, то, пожалуйста, инвестируйте в проект. Но если вы потеряете, вы знаете, что вы рискнули и вам не повезло. Ну, а так, в принципе, что я хочу сказать. Проект качественно создан. Будем смотреть, как он будет работать. На данный момент проект работает и платит. Сейчас мы посмотрим, что надо нам взять. Так, инструкция. Перевести любую сумму на кошелек. Сейчас читайте после пустя. Вот, смотрите, короче, есть Pair кошелек. Вот он. Мы его копируем. Заходим в Pair. 82733. Продолжаем. Нас сейчас перебросит в сам Pair. Заходим на перевод средств. Тут мы вводим Pair. Вот так вот. Еще раз проверяем кошелек. Так. 666. Да.
Потом мы переходим в заявочку. И что нам тут надо сделать? Номер транзакции, сумма перевода. Ага, все. Так, нам надо теперь зайти на Pair. Кстати, пополнять нужно с 10 до 20 часов, чтобы модерация ваша прошла. Если вы пополняете ночью, то ждите утра. Я бы советовал бы всегда пополнять с 10 часов дня. Потому что если человек в 20 часов он будет не в сети, да, то вы не пополните и, как говорится, будете ждать, нервничать и все остальное. Деньги ушли, а вы ничего. Даже если оно не капнет, даже вы ничего не сделаете. Потому что человека нет в сети. В принципе, это сделано для того, чтобы если даже взломают сайт, не смогли вывести деньги. Это хорошо. Так, ладно, давайте по московскому времени. Окей, короче, нам надо ID перевода и сумму перевода. Мы будем переводить в рубли. Пополняется тут только в рублях. Работает этот проект только с рублями. Ну, давайте 8%. Давайте рублей. Давайте 300 рублей. Нет, нам надо ровная сумма. 300 рублей. Сюда вводите, к примеру, тут вам с комиссией будет понятно, что комментарий. Пишите свой ник обязательно, потому что если вдруг что, вы сможете доказать, что это от вас ушло. Пишите мега. Бабки. Ну, я пишу мегабабки, вы пишете свой. И нажимаете перевести. Сейчас у нас мы вводим мастер-ключ. Перевод успешно создан. Заходите в историю. И в истории вы найдете эту транзакцию. Сейчас меня подгрузит. И заходим вот сюда. И вот это копируем. ID операции. Копировать. Заходим в сам проект. Номер транзакции. Вам надо вот это вот так вот ввести. И сюда ввести сумму, которую вы пополняли. Я пополнял ровно на 300 рублей. Отправить на модерацию. Заявка отправлена. Все, заявка отправлена. Как только мне деньги придут, я продолжу видео. Так, ребят, ну продолжаем видео. Прошло минут 5. Деньги мне пришли. Вот 300 рублей мне пришло на счет. При вас я выводил. Покажу еще раз. Обновлю Pair, чтобы вы не думали, что я вас обманул. То есть, я сам лично вносил эти деньги со своего кошелька. Прогружается. Партнерская программа тут пятиуровневая. Чтобы создать вклад, вам нужно зайти в создать вклад. Вот тут панелечка. Сейчас. Нажмите для выбора тарифа. Выбираем первый тариф и вводим сумму 300 рублей. Нажимаем создать вклад. Ваш вклад успешно создан. Все. Теперь мои деньги работают. Завтра в это же время я смогу вывести свои деньги спокойно. Ваши инвестиции вы можете зайти и проверить свой вклад. Конечно, Pair немножко подводит своими проверками, блин. Сейчас, секунду, я зайду в кошелек. Ладно, ребят, короче, вы все равно можете промотать назад и увидеть этот перевод. Хотел вам показать еще раз перевод через Pair сам, показать выплату. Ну, ладно, короче, вот депозит работает 23 часа 58 минут. То есть завтра в это же время я смогу вывести. Не забываем, вы были на канале Мегабабки. Ссылка на проект внизу в описании. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока.